трансформеры! На пути к Метроплексу Блэр и Вилли были атакованы злобными существами. Продолжаю поиски. Кажется, я нашла их. Но с ними происходит что-то странное. Капитан Фейерборн из командования обороны Земли летит к ним на выручку. Скорее на корабль! Но корабль был разрушен, и вот они остались у его обломков с шестерней трансформации в руках, без которой город автоботов беззащитен. А тем временем с помощью ремонтника Родом и Супрайму удалось уйти от погони Десептиконов и бежать с липкой планеты на планету Утилион. Хорошо, мусорщики. Значит, и вы разделите судьбу автоботов. Для того, чтобы узнать, кто такие на самом деле Квинтессоны, Родомис Прайм замкнул свои контакты и, погрузившись в глубины матрицы управления автоботов, совершил полет в далекое прошлое Кибертрона. Он выяснил, что Квинтессоны были создателями автоботов и Десептиконов. Кибертрону грозит смертельная опасность. Мы возвращаемся туда. Теперь Квинтессоны вознамерились любой ценой восстановить власть над Кибертроном. Для этого они начали активное наступление на Землю и на Кибертрон. Десептиконы в атаку! Когда Десептиконы уничтожат автоботов, мы уничтожим самих Десептиконов, и тогда Кибертрон будет нашим! Пять ликов тьмы. Часть пятая. Теперь, автоботы, приготовьтесь сгинуть во тьме! Взрыв вывел из строя всю систему обороны. Отдай приказ отступать всем частям. Я останусь здесь и потяну время. Автоботы, отступаем на второй уровень! Скорее уходи, Родомис, мы еще встретимся. Твое мужество не будет забыто. Уходи скорее! Прогноз! 84,7% вероятности того, что автоботы будут разгромлены в течение 20 часов. Естественно. Благодаря нам у Гальватрона теперь есть за что сражаться. Посмотрим, все ли идет гладко на Земле. Ветролес эскадры перехвата. Я обнаружил боевую платформу Десептиконов. Она ужасна. Они ведут по мне огонь. Передаю их координаты. Я получил сообщение. Боевая платформа Десептиконов направляется прямо к штабу автоботов. Ах так! Приготовимся к атаке! Вскоре она пройдет прямо над нами. Ждите моей команды, а потом ударим! Врежем им прямо в брюхо! Огонь! Еще повыше и удар! Бабах! Прикончим их! Ветровес, платформа подбита! Вы хорошо ей врезали! Гудок! Она задымилась! О нет! У нее есть еще одна трансформация! Это Триптикон! Гудок, сообщи на Метроплекс! Эй, Кибертрон, ответьте Бластеру, наконец! У нас тут творится какая-то чертовщина! Появился монстр, которого мы не можем трансформировать! Кибертрон! Кибертрон, ответьте! Где сейчас шестерня трансформации? Она на Ио, спутнике Юпитера! И Бравый немедленно нужен там! Черт! Не тот канал! Спасибо за информацию! Теперь посмотрим, как твой Бравый одолеет Вредикона! Прием! Метроплекс Бравому! Будь осторожен, приятель, на тебя хотят напустить вредиконов! Я понял, Бластер! Бластер, помоги! Бравый вызывает Метроплекс! Я обнаружил капитана Фейерборн! Сенсоры показывают, что там еще находятся два автобота! Метроплекс, говорит Фейерборн! Мы рядом с двигателем, Бластер! Держись, Фейерборн! Мы посылаем Бравого к вам на помощь! Что? Бравый? Он сильно побит, но скоро прилетит. Шестерня трансформации. Куда она делась? Вероятно, такая же участь ожидает в скором времени и нас. У нас нет выбора! Бум! Придется держать оборону здесь! Вау!
Крушить автобанов, крушить все. Все крушить. Автоботы, нам придется сдерживать его, пока не прибудет шестерня. Как любил говорить Оптимус Прайм, трансформируемся и поехали. В атаку! Трансруктиконы, скорее вступаем в битву! Такого черта! Там и без нас справится! Да, Триптикон им всем рога подшибает! Ладно, монстр, посмотрим, как тебе понравится мой выстрел! Ты не посмеешь! Попробуй-ка мой удар! Вау! Вау! Я не шучу, поверь мне! Вау, Телетрон! Включить защитную систему! Автоботы встретили смерть. Теперь разрушу город автоботов. Это невозможно! Как он нас бам-бам! А без шестерни трансформации не устоит и Метроплекс. Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. На нашем пути стоит парень по имени Ультрамагнус. Смерть будет наградой за его героизм. Вот мы и встретились. Почему ты не бежал? Или последняя схватка тебя ничему не научила? Научила не трусить. Нет, она не научила тебя, что твое положение безнадежно. Встретимся позже, автобот. А сейчас я должен завоевать мир. Этим свою судьбу смело, автоботы. Берегись, идиот! Осторожно! Ну, я тебе покажу! Заткнитесь, недотёпы! Разряд! Наши союзники просят доложить им обстановку. Вернись на корабль и осчастлив их! Как прикажете, Гальватрон? Жуликоны, вам предстоит прорваться в самое сердце Кибертрона. Опасайтесь встречи с автоботами. К тому же Дезептиконы не будут пытаться перехватить вас. Гальватрон думает, что мы поможем ему найти матрицу Дезептиконов. Которой не существует. В пункте с координатами Омега-01 вы найдете большой рубильник. Переключите его в нижнее положение. В нижнее, поняли? Да, это полностью парализует всех трансформеров. И Кибертрон снова будет нашим. Кто это? Бравый? Ай-яй!
Живо на борт! Но что это? Огненные шары из сферической пылающей субстанции. Огонь, вращающийся с бешеной скоростью. Сейчас увидим, кого мы обидим. Похоже, вредиконы получили таки дружеское сообщение от Бластера. Вредиконы в атаку! На что способны вредиконы, то нам едва ли стоит бояться. По-моему, ты страдаешь излишней самоуверенностью. Еще бы! Но он пострадает еще больше от рук короля. Закла, а ну вернись! Автоботы! Капитан Фейерборн! Кто тут хотел улететь в город автоботов? Шестерня трансформации! Автоботы, ответьте Бластеру, наконец! Рвите когти на базу! Трансформируем этого недотрансформированного! Не скучай! Мы должны вступить с ним в бой! А ну, ребята, все за мной! На старт! Внимание! Получай! Если Браво не появится, нам конец! Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Браво, Бластеру! Приближаюсь к Метроплексу! Шестерня трансформации у нас на борту! Шаттл автоботов над нами! Конструктиконный огонь! А, Бластер, я побит! Я падаю! Десептиконы, осмотрите обломки! Найдите шестерню трансформации и уничтожьте ее! Я не могу лететь! Вы должны доставить шестерню в Метроплекс пешком! У меня идея. Может быть, не слишком хорошая идея, но идея. Ты знаешь, что такое футбол? Если даже не знаешь, то быстро научишься. Прекрати бубнить, Блэр. Вперед! Вилли-вилли-вилли! Скорей, скорей! О нет, Браво, держи! Браво!
Мы должны немедленно установить ее. Триптикон уже оправился от удара. Вперед, десептиконы! За матрицей и за славой! Гальватрон, повелитель! Ты передал донесение нашим драгоценным союзникам разряд? Нет, повелитель, я! Нет! Великий Гальватрон, матрицы десептиконов не существует! Расскажи об этом автоботам! Но если так... Автоботы, не стреляйте, я прошу вас! Просит? Слушайте, нам всем угрожает смертельная опасность. Где-то в глубинах Кибертрона диверсионная команда жуликонов собирается высвободить силу, которая сможет уничтожить всех нас. Скорее, Гудок, скорее, скорее, скорее! Ты должен работать скорее, потому что если ты не будешь работать скорее, Триптикон растопчет нас! Заткнись! Готово! Скажи Бластеру, чтоб запускал трансформацию! Я слышу! Метроплекс готов! На этой планете нет места нам обоим! Ты умрешь, Метроплекс! Что надо. Рубильник вниз. Ты не желаешь перейти на нашу сторону? Я уважаю тебя, но это никогда... Разряд? Что ты здесь делаешь? Надеюсь, ты не занят поисками того, что не существует. Или, может быть, ты надеялся сам завладеть матрицей? Нет! Молчи, предатель! Что за черт? Это еще что за гигант? Что ж... Из чего бы этот агрегат не был состряпан, сломать мы его все равно сможем. Вдыхайте аромат холодного металла в воздухе родной планеты. После стольких веков она снова стала нашей. Ваша война кончена, трансформеры. Потому что сегодня возрождается империя! К победе! Простите, Квинты, но вы проиграли. Где они? Необходимо уничтожить выключатель. Никогда не подняться на поверхность Земли. Временный подъемник уровень 14. Вот они.
Обманщики, предатели, проклятые петелицы и слизняки! Ну я вам щупальца повытергиваю! Хватит! Этот бой уже завершен! А ну, опусти оружие! Ты никогда больше не сможешь появляться среди десептиконов. Может, это и к лучшему узнать лицо своих врагов. Ты еще поплатишься за это разряд. И моя месть будет ужасной. Автоботы, мы добились нелегкой победы. Теперь мы знаем, что десептиконы не единственные наши враги. Другие, более опасные существа также замышляют наше уничтожение. Теперь Вселенная уже никогда не будет прежней. Мы, трансформеры, заглянули в лицо нашего Создателя и увидели лицо врага. The Transformers will return after these messages.